Я маму ищу. Видел? Может, кто-то видел? Ты к нам пришел за помощью, потому что уверен, что твоя мама где-то не по своей воле. Там абсолютно такие же люди. Че ты дурака включаешь? Парень, которого ты забрал с вокзала. Нищий – самый хлебный бизнес, потому что их содержание – это просто копье, а доход с каждого потока осыпается, понимаешь? Она уехала куда-то из города. Вода перекрыта. Она так всегда делает перед поездкой. Давай, бери своих чоповцев. Все, как ты любишь, по старой схеме. Ты слышишь? Нет. Мы с тобой вместе. И все проблемы будем решать вместе. Это трындец полный. Я не говно! Я не говно! Ты просрал такой шанс, вместо того, чтобы искать свою мать, ты почему-то сажаешь проституток в свою машину? Знаешь что? Всего доброго. Ну да, а мы будем сидеть на жопе ровно и верить в ваше чудо.